Уважаемые коллеги-предприниматели, добрый день. С вами консультант компании «Решение Верно РФ» Сергей Масляхин. Если вы планируете или развиваете проект внутреннего туризма, то для вас будет полезна информация, что в регионах, которые выиграли субсидии Минэкономразвития на внутренний туризм, ну и в частности на благоустройство пляжей, на оснащение, экипировку, объявляются в течение мая-июня конкурсы. Ну, например, в Республике Татарстан конкурс объявляется с завтрашнего дня, с 24 мая по 22 июня включительно идет прием заявок, да, от заявителей будущих грантополучателей, предпринимателей в сфере внутреннего туризма. Соответственно, у этого самого гранта 4 номинации под общим названием «Развитие пляжей на берегах водоемов», то есть это моря, реки, озера, водохранилища, иные водные объекты. Соответственно, 4 вида затрат на благоустройство, оснащение, подготовку, бизнес, пляжный бизнес. Да? Первая группа затрат – обустройство пляжа в соответствии с требованиями ГОСТа. Да? Речь идет о кабинках для переодевания, душевых, устройства для мытья ног, урны для мусора, туалеты, биотуалеты, спасательный пост обязательно, да, с спасательным оборудованием, пункты медпомощи, поплавки, лягушатник, все виды ограждения, дорожки, спуск в воде и так далее, и так далее. Соответственно, кто заявляется по вот этой самой номинации, максимальный размер субсидий в Республике Татарстан по одному проекту, по одной вот этой номинации до 10 миллионов рублей. Следующая номинация, номер 2. Приобретение оборудования. В данном случае оборудование, ну, довольно широкая классификация, и она расшифровывается, да. Снаряжение, инвентарь, экипировка. Товары для отдыха, то есть, по сути, это для обеспечения любой туристической деятельности, это прокат, это оснащение, это вещи, которые там в прокат не сдаются, но должны быть, да, там, в частности, спасательные жилеты, да, может быть, какие-то вещи для расширения доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья, да, потом вещи, которые впрямую, может быть, не продаются, правда, кто-то умудряется продавать пляжные зонтики, шезлонги, лежаки, матрасы, различный туристический инвентарь для плавания и так далее. По этой номинации максимальный размер субсидии, возмещение затрат, да, до 70% или не более 10 миллионов рублей. Так, следующая номинация. Обустройство детских спортивных зон отдыха. Это речь о спортивном оборудовании, спортивные тренажеры уличного воркаутовского типа, да, игровые комплексы и так далее, и так далее. Максимальный размер субсидий по данному пункту 7 550 000 в Республике Татарстан. Четвертый пункт. Создание пунктов общественного питания, но не капитальное строительство. Не возведение на фундаменте, не строймонтаж, ничего такого. Да. Установка некапитальных конструкций, пункты общественного питания, ну, то есть это ларьки, так называемые тонары, киоски демонтируемые, да, которые легко демонтируются по продаже сезонных товаров и напитков, да, мороженое, напитки и так далее, квас и все такое прочее. Соответственно, заявки, как я уже сказал, принимаются в течение месяца, в Татарстане это 22 июня. Соответственно, перечень документации заявки достаточно большой. Ну, помимо стандартных характеристик, презентации, письмо сопроводительное, да, справки различные, обязательства. Значит, обязательства пройти санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Обязательства о целевом использовании гранта. Стандартные, в принципе. В случаях, если статьей 11 пункт 3 водного кодекса предусмотрено такое использование водного объекта, соответственно, обязательство участника конкурса в форме гарантийного письма оформить надлежащее решение о предоставлении водного объекта в пользование. Так, если используется водная акватория, то, соответственно, обязательство заключить договор о водопользовании, да. Есть, соответственно, свои исключения. А по водопользованию, по земельному вопросу туризма вопросов достаточно много. В мае проводится вебинар. Мы записываем участников в группу. Группа формируется. Дата еще не выбрана. Соответственно, вы можете записаться на вебинар. Под данным видео будет ссылочка на описание вебинара и на форму регистрации. То есть мы будем разбирать земельные вопросы туризма, водные вопросы с туризма, водопользование, разрешение на пользование
водным объектом, условия гранта, как получить, как подать заявку, что прописать, какие документы приложить, основать, соответственно, да, как составить смету проекта, календарный план. Там, я не знаю, что такое маркшейдерская справка, да, в случаях нужных, да, в некоторых случаях может потребоваться, в том числе, там, ну, не знаю, экспликации или какая-то скриншот, допустим, там, как сделать публичные кадастровые карты, как обозначить пляж и так далее, и так далее. Будем рассказывать все эти нюансы, подводные камни, общеизвестные вещи, будем разбирать ГОСТ, национальный стандарт, услуги пляжа, общие требования. Соответственно, по ссылочке вы можете ознакомиться с содержанием ГОСТа, а вот уже растолковывание, расшифровка, обсуждение индивидуальных моментов там вашей заявки. Можем разобрать как на индивидуальной личной консультации, да, так и какие-то общие вопросы будем раскрывать на вебинаре. Соответственно, вы можете записываться либо туда, ну, хотите, если записываетесь на оба мероприятия, да, и на индивидуальные консультации, и на вебинар. Но я думаю, что индивидуальные консультации в любом случае ответит вам на большинство вопросов. Она тоже в пределах полутора часов. Да, кстати, обязательный момент. Реализовать свой проект надо до октября месяца текущего года. Сам заявитель должен вложить не менее 30% собственных средств в этот самый проект, да, участники там, индивидуальные предприниматели, юридические лица, перечень требований известен. Успехов вам в реализации проекта. С вами был консультант компании «Решение Верный РФ» Сергей Маслехин.